तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञायते राधे तं नयामि चरणान्तिके श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे Прежде всего предлагаю свои смиренные поклоны моим духовным учителям. Нитья Лила Правишна Шнупата, Штатра Шата, Шишимат, Бхактивиданти, Шилибамани Гасвай Махараджу. И Нитья Лила Правишна Шнупата, Штатра Шата, Шишимат, Бхактивиданти, Шилинарани Гасвай Махараджу. Также я предлагаю свои смиренные, почтительные дандават пранамы лотосным стопам Нитья Лила Правишна Шнупата, Штатра Шата, Шишимат, Бхактивиданти, Свай Махараджу. Шри Горда Винда Гасвай Махараджу, Шри Бхакти Прамод Пури Гасвай Махараджу, Шри Бхакти Ракшак Шидар Гасвай Махараджу. Всем старшим преданным, всем вайшнавам и вайшнаве и гостям, собравшимся здесь. So today is very super extraordinary special because today is called Ekadasi Tithi. И сегодня в высшей степени благоприятный день, потому что сегодня Экадаши Титхи. In morning I also explain. Because Ekadashi Tithi, that is called the mother of Sutta Bhakti. Утром уже я уже начал это объяснять, потому что Ekadashi Tithi является матью Бхакти. So Bhaktivinoda Thakur glorified about Ekadashi Mahatmam. И Шрила Бхактивинода Thakur объясняет славу Ekadashi Tithi. Ekadashi Tithi Bhakti Janani Jatane Paran Kari Krishna Vasati Vasati Bhogi Parama Adaravari. Then you have to observe Ekadashi Tithi. Вы должны погружаться в следование Ekadashi Tithi. Then Bhakti Devi will manifest in your heart. И тогда Bhakti Devi проявится в вашем сердце. And also you have to go to the pilgrimage places. Lord Chaitanya Mahaprabhu put on his footsteps. И также вы должны отправиться в места паломничества, святые места, где был Шри Чайтанья Махапрабху, Господь Гауранга, и там остались отпечатки его лотосных стоп. Гаурамар Жесавстане Карала Брамана Ранге Сесавстана Херавьями Пране Бхакатастанге. Бхактивинода Thakur explained where Lord Chaitanya Mahaprabhu performed his sweet lila. And I had to go that place. Шрила Бхактивинода Thakur говорит, те места, где мой Господь Чайтанья Махапрабху являл свои сладостные лилы, я должен отправиться туда.
and listen Harikatha from those who are very eternal associates of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И я должен слушать Харикатху из лотосных уст вечных спутников Господа Чайтаньи Махапрабху. And associated with Sadhu Sangha. И общаться со святыми, быть в Sadhu Sangha. And you have to, today also Ekadasi, have to listen the pastimes of Kumbharish and Durvasakatha. И так как сегодня Экадаши, мы должны слушать Харикатху об Амбарише Махарадже и Дурвасе Муне. And if you listen the pastimes of Amrish Maharaj, who is called Sutta Bhakta, pure devotee of Lord. Если мы будем слушать Харикатху об Амбарише Махарадже, который является Шудда Бхактой, чистым преданным Господа. Санатан Гусайн Пад, in Virat Bhagavatam Maritam, he mentioned that five types of the devotees of Lord. Шрила Санатана Гусайн Пад в своей непревзойденной книге Брихат Бхагаватамрите описывает пять видов преданных Господа. Гьяни Бхакта, Прахлад Махарадж. Первый вид это Гьяни Бхакта, Прахлад Махарадж. Затем Шудда Бхакта, Амбариш Махарадж. Затем Шудда Бхакта, Амбариш Махарадж. Премик Бхакта, Хануман. Премик Бхакта, Хануман. Прем Пар Бхакта, Пандавас. Прем Пар Бхакта, Пандавы. А Прематур Бхакта, Удава. И Прематура Бхакта, Удава. And all the Vrijavasis, they are called crumbs and jewels, all the devotees of Lord. И все Vrijavasi являются венцом среди всех преданных Господа. And especially Srimati Radhika, she is the crumbs and jewels of all the devotees of Lord. И в особенности Srimati Radhika является высочайшей из всех преданных Господа. So, Shuddha Bhakta, pure devotee of Lord, the Amrish Maharaj. И Шудда Бхакта, чистый преданный Господа, это Амбариша Махарадж. То есть тот, кто является чистым преданным, у того, у кого Шудда Бхакти проявились в его сердце, он является преданным Господа. В наших шастрах описывается множество видов бхакти. Парамисра бхакти, гьянисра бхакти. Аруп-сиддха, Санга-сиддха, Сарва-сиддха, many kinds of bhakti. Аруп-сиддха-бхакти, Гьяна-сиддха-бхакти, Санга-сиддха. Аруп-сиддха, Санга-сиддха, Сарва-сиддха-бхакти. Карма-мишра-бхакти, Гьяна-мишра-бхакти, Нирвана-бхакти, many kinds of bhakti. Карма-мишра-бхакти, множество видов бхакти. But Prabhu Gosvami-па, in Bhakti-расамута-синдху, and very nicely and elaborately explained about Sutta Bhakti. Но Шрила Рупа Госвами Пад в своей книге Бхакти Расамрита Синдху так прекрасно описывает, что же такое чистое преданное служение Господу, Шудда Бхакти. Who knows? Кто знает, что это, какая шлока? Everybody know? Anukulena Krishnanu Suranam Bhaktira Paruttama. This is Uttama Bhakti. The pure, highest, pure devotion service to Lord. Это Uttama Bhakti, высочайшее, чистое служение Господу. The cultivation of activities with suitable pleasure for Krishna. Культивация деятельности, которая направлена только лишь для счастья Кришны. And heart should not cohort with karma, jnana, yoga, tapasya. И при этом сердце не должно быть покрыто кармой, гьяной, йогой и тапасией. And free from all kinds of unwanted things from our heart. И вы должны быть свободны от всех нежелательных вещей в вашем сердце. And you have to this practice Shuddha Bhakti and incessantly uninterrupted. То есть вы должны также практиковать это бхакти непрерывно. Bhakti means that is your seva bhakti. To serve to Lord. Bhakti означает севавритти, служить Господу. Without stopping. Без остановки. And this is called uninterrupted. Беспрерывно. That you drop the honey from the jar and make one line. Точно так же, когда вы начинаете лить мед из банки, он льется беспрерывно. So that means bhakti this way, how to practice bhakti, even service to Lord.
И таким же образом вы должны практиковать бхакти, преданное служение Господу. And who is favorable for Krishna, you have to accept. Those who are unfavorable for Krishna, you have to reject. И вы должны принимать то, что благоприятно для Кришны, и отвергать то, что неблагоприятно. And also absorb one person sentiments. И погружаться в особое настроение Павла. One mood should be absorbed with Krishna. Вы должны быть погружены в Кришну в определенном одном настроении. As like the saints abroad, they absorb one person mood with Krishna. Так же, как все бриджабаси, жители Бриндавана, они погружаются в служение Кришны в своем особом одном настроении. And бриджабаси, they make friendship with Krishna as like their family member. И все бриджабаси, жители Бриндавана, они подружились с Кришной, подобно как с членом своей семьи. That is called Lokik Sadvandhavapriti. They make friendship with Krishna as like their family member. Это называется логика самбандуват прити, то есть у них взаимоотношения с Кришной как с членом своей семьи. As like we are staying in our household life. Точно так же, как вот мы, например, живем в семье. And making many kinds of relationship with our family member. И создаем множество видов взаимоотношений со своими родственниками. In this way, Brajavasi, the residents of Vrindavan, they make friendship with Krishna as like their family member. Точно так же жители Бриндавана, они создали такие отношения с Кришной, развили отношения с Кришной как с членом своей семьи. In your family, who are living with you? В ваших семьях кто живет с вами? Mother, father, wife, children, brother, sister. Мама, папа, родители, дети, сестры, братья. Wife, children, everything. Жены, дети, все вместе живут. And according to your relationship, you make and behave with them. И в соответствии с вашими взаимоотношениями, вы будете относиться к ним и общаться подобным образом. And in the same way, the residents of Vrindavan, точно так же жители Бриндавана, they have relationship with Krishna. Они развили свои взаимоотношения с Кришной. So all of a sudden, they make friendship with Krishna. Subhava Sridhar, у них есть взаимоотношения с Кришной. They're thinking Krishna is their friend. Они думают, что Кришна это их друг. They never think Krishna is Bhagavan. Они никогда не думают, что Кришна это Бхагаван. They also playing with Krishna. Они играют с Кришной. They are giving their remnants to Krishna. Дают ему свои остатки еды. And they also taking remnants from Krishna. И также принимают то, что осталось от его трапезы. Sometimes they are playing with Krishna. Sometimes Krishna defeated. Иногда они играют с Кришной и даже иногда побеждают его. And that Krishna had to carry on. So they on the shoulder. И тогда Кришна должен носить их на своих плечах. Кришна is Bhagavan, but they don't believe Krishna is Bhagavan. Кришна это Бхагаван, Всевышний Господь, но они не верят в это. It's so much intimacy, friendship with Krishna. У них столько близкой дружбы с Кришной. सखा सबको भावे करे कम जालो हम तुम्हें कौन बोलो कहाँ तुम्हें समो sometimes friend 9 lakh cows у твоего отца только лишь 9 lakh коров 900 000 Ashiram he says Ashiram говорит Vishwan Maharaj 11 lakh cows а моего отца Вишабану Махараджа 11 lakh коров то есть 1 100 000 so in this way you are not higher than us. То есть ты не выше нас. So he says so much intimacy friendship with Krishna. Говорит Махараджа. Once Дурваса Риши, he came in Vrindavan. Однажды Дурваса Риши пришел во Вриндаван. And that time Krishna was playing with his friends and small boy friends who was Сидан Мадхамандава. И тогда Кришна он играл со своими маленькими друзьями Супалом, Шриданом, Мадхамандалом. Because baby's nature, they're playing and making the sound here, sand castle.
Потому что природа детей является играть, и они иногда строят песочные замки. Krishna also made one very nice beautiful sand castle. И Кришна также построил прекрасный песочный замок. And also Sivam Subodhan, they also made another sand castle. И его друзья также создали эти песочные замки. Now they are quarreling which sand castle is best. И они начали спорить, чей же замок лучше. Then you will say, oh, my sand castle is best. И каждый говорил, мой песочный замок самый лучший. And they are quarreling to each other. И так они ссорились. And then Durvasa Rishi, he noticed. И Дурваса Риши заметил. And how they have love and affection to each other. Сколько же у них любви и привязанности друг к другу. So Durvasa, Krishna told, okay, you have to come. To sadhu, he will give the perfect judgment. Which sankasa is the best? И Кришна заметил Дурваса Риши и сказал, хорошо, мы должны прийти, подойти к этому саду и спросить, чей же замок самый красивый. And so all they came in front of Durvasa Риши. И все они подошли к Дурвасе Риши. And they asked Durvasa Риши, sadhu, you tell us, which sankasa is the best? И спросили его, о, Саду, скажи, пожалуйста, нам, чей песочный замок самый лучший? But Durvasa Rishi did not tell anything. Но Дурваса Риши, он ничего не мог ответить. Because Durvasa Rishi saw the beautiful form of Krishna. Потому что он увидел прекраснейший образ Кришны. Then Durvasa Rishi's heart completely melted and tears were down. И сердце Дурваса Риши полностью растаяло, и у него потекли слезы. And Durvasa heard a sweet sound. From the mouth of Krishna. И когда Дурваса Риши, он услышал сладчайший голос Кришны. Then his throat completely choked. Его голос прервался. Then, and tears running down. И слезы потекли. His body completely stunned. Все его тело оцепенело. He can't move. Он не мог двигаться. Just he was looking at the beautiful form of Krishna. Он только лишь смотрел на прекрасный and образ Кришны. Then Дурваса Риши think, oh, how the people they are very and less intelligent. И Дурваса Риши говорит, насколько же люди, они глупые. У них нет разума. Impersonalist say, he is Brahman. Имперсоналисты говорят, что он безличный Брахман. Impersonalist say, Brahman, he has no form, but now he is beautiful form of Krishna. Они утверждают, что у него нет формы, нет образа, но сейчас я вижу его прекрасный облик. Impersonalists, what they say? Что говорят имперсоналисты? Brahman is only effulgence. О, Брахман означает всего лишь сияние. Brahman has no form. У него нет формы. Нам Кришна is part Brahman, the supreme person of Godhead. А Кришна это парад Брахман, верховная личность and Господа. How is his beautiful form? Насколько же у него прекрасный and облик? Бадантата видастата джаджганмаддам брамьяти параматтири бхагаванти саттати. Шримад Бхагаватам gives evidence. Шримад Бхагаватам приводится это доказательство. And God is one. Господь един. But he has very nice. He has three aspects. Но у него есть три аспекта. Брахман, Параматма and Бхагаван. Брахман, Параматма и Бхагаван. And Адвайтавади impersonalists, they are thinking he has no form. Адвайтавади имперсоналисты, они говорят, что у него нет формы. Only he is called a fool of effulgence. Он это всего лишь сияние, исполнит сияние. Yogis, according to the yoga darshan, they are thinking of his paramatma, super soul who resides in the heart of all the living entities. А йоги утверждают, что он является параматмой, сверхдушой, которая пребывает в сердцах всех живых существ. But those are pure devotees of Lord. Но чистые преданные Господа. And they rely. Они сознают, что у Господа есть прекраснейший образ. He has many powers, potential. И он исполнен множество видов энергии. He has full of opulence. У него столько величия. And he makes friendship with all the devotees of Lord. И он дружит со всеми преданными Господа. He has six opulence. И у него есть шесть достояний. So now Durvasa Rishi is thinking,
how very impartialist they are, less intelligent. И сейчас Дурвасариш он размышлял, что у персоналистов у них недостает разума. And so far this regard, Дурвасариш just he was looking that beautiful form of Govinda. И Дурвасариш он только лишь созерцал прекрасный образ Говинды. And that so Дурвасариш's body completely stunned. И все его тело полностью оцепенело. So then Krishna and his friends were some. They came very close to Krishna. И Кришна с друзьями Субаланом, Шридхаром и другими подошли очень близко к Дурвасарише. Then Krishna asked Дурвасариш. И Кришна спросил Дурвасарише. Hey, Sadhu, tell to us. Саду, скажи нам. Which sankasa is the best? Чей песочный замок лучший? Then, but Дурвасариш did not give answer. Но Дурвасариш ничего не отвечал. Just Дурвасариш opened his eyes. У него просто были открыты глаза. Look in the beautiful form of Govinda Krishna. И он созерцал прекраснейший yeah. образ Кришны. How is very beautiful Govinda Krishna. Какой он красивый. Yeah. Very nice, beautiful peacock feather on his turban. Удивительное павлинье перо в его тюрбане. Yeah. And very nice, beautiful curling hair. И очень красивые вьющиеся волосы. His Krishna's eyes as like blossom lotus. Его глаза подобны расцветшему лотосу. And very nice, beautiful complexion of his body. И прекрасный цвет его тела. That complexion defeated the beauty of the effortless red cloud. И цвет тела Кришны побеждает цвет свеженалитой грозовой тучи. And it's very nice, beautiful Pitambar. И его очень красивая Pitambara, желтая накидка. And that also has like the lightning of the flash. Которая подобна молнии. And he kicks the flute. И он прижимает к кустам флейту. And a nice, beautiful, smiling face. И очень красивое улыбающееся лицо. And he stays with his friends and three and four the Trivangalalit. И он стоит со своими друзьями в образе Трибангалалит, когда он изогнут в трех частях тела. So for this regard, Dhruvasarishi he did not say anything, just watching beautiful form of Govinda. И поэтому Дурвасариши ничего не отвечал, просто созерцал прекрасный образ Говинды. But Krishna again asked, hey Sadhu, tell us. Но Кришна вновь нас спрашивал, Саду, скажи нам. You are Sadhu, you cannot to take part this party, no, you have to neutral. Ты Саду, ты не будешь принимать специально чью-то сторону, ты должен нейтрально рассудить нас. Саду should not involve to anyone. Саду, он не на чьей-либо стороне. So you tell us indifferently. И поэтому ты должен нам как бы с безразличием сказать, which sankasa is best. Чей песочный замок самый лучший. But Dhruvasa did not say anything. Но Дурвасариша ничего не отвечал. Again and again. Was looking the beautiful form of Govinda. Он просто не мог остановиться, созерцать красивый образ Кришны. Then Krishna seated on the lap of Dhruvasa. И тогда Кришна вскочил на колени Дурвасариши. And caught his beard. И схватил его за длинную бороду. And pulling, pushing. И начал вот из стороны в сторону так тягать. And Dhruvasariши also moved. И Дурвасариши его голова также из стороны в сторону начала болтаться. Then Krishna told, hey. You are not dumb. И Кришна сказал, ну ты же не глухой. You are not blind. Ты не слепой. Your eyesight is very nice. Тебе хорошее зрение. Why not speaking? Почему ничего не говоришь? But Dhruvasariši did not give any answer. Но Дурвасариши ничего не отвечал. So for the Ittam Satan Brahma Sukhan Vattam Dasam Gatanam Pradeivateno Shardam Vyajurupita Kunna Panika. Those are the friends of Krishna. How they are very fortunate. Друзья Кришны, насколько же они удачливы? Sometimes they also grab on the shoulder of Krishna. Иногда они вскарабкиваются на плечи Кришны. Sometimes Krishna also carry to them. Иногда Кришна он носит их на своих плечах. Катает. Sometimes Krishna cannot carry them to them. Иногда Кришна не может даже их нести, такие тяжелые. With the Supreme Personal of Godhead, Bhagavan. Верховная личность Господа, Своем Бхагаван. His last person, that is called Anantadeva. Он является Анантадева. Anantadeva means who manifests in the form of food of the snake.
Ананта-дев – это тот, кто проявляется как змея. Это Шешна, да? И этот Ананта-дев, он поддерживает и держит на своих клобуках бесчисленные вселенные. Она origin Кришна. А сейчас этот изначальный Кришна. He can't carry on his friends on his shoulder. Он не может нести своих друзей на своих плечах. So for this regard, Krishna, he ran away. И поэтому Кришна он убегает от них. Then his friends also ran. Friends also chasing behind him. И тогда друзья гонятся за ним. Then Krishna hide in the bush. И Кришна он прячется в кустах. Then all his friends Sudams who were some they doubtly told, today we will not play with him. И тогда все его друзья, Супал, Шридама, другие, они громко провозглашают, все, сегодня мы не играем с Кришной. Мы объявляем тебе бойкот. Then Krishna thinking, if my friend they will not play with me, for who will play with me? А Кришна подумал, если мои друзья не будут играть со мной, кто же будет играть со мной? So Krishna, he came out from the bush. И Кришна выбегает из этих кустов. I'm very humble to you, okay. I will carry him to you on my back. И смиренно говорит, хорошо, понесу я вас на своих плечах. Krishna now he as like one horse. И Кришна он становится как лошадка. Then two and three friends of Krishna, so what they said, on his back. И два или даже три друга Кришны скарабкиваются к нему на спину. And Krishna could not carry to them. Krishna не может двигаться. Krishna falling down. Падает. In this way, Krishna performs sweet lila in Braj. Итак, Кришна совершает сладостные лилы во Бражде. So now we have Durvasari see, and he is remembering this lila, all the sweet pastimes of Krishna. Итак, Durvasari, он памятует все эти лилы. And but Krishna caught his breath and pulling and pushing. Hey, tell why? Но Кришна крепко держит его бороду и двигает ее стороны в сторону. Говорит, почему не отвечаешь? But Durvasari did not say anything. Но Durvasari ничего не может сказать. Then Krishna, oh, this sadhu will not tell us. И Кришна говорит, о, этот саду, ничего мы не добьемся от него. Then again, the friends of Krishna, they also quarreling to each other. И друзья Кришны продолжают ссориться с ним. Then also the mask, the sankata, kasi. И уже доходит того, что они начинают крушить просто эти песочные замки друг друга. Then the friends, they become very angry with Krishna. А то есть Кришна разрушает их замки, и все друзья очень гневаются на него. And that time, they also throw the dust towards Krishna. И начинают бросаться этим песком в Кришну. Krishna also throw the dust to them. А Кришна в ответ у них бросает. And all the friends of Krishna, their clothes completely on the dust. И вся одежда Кришны и его друзей становится полностью грязными. Sudama, he took some mud. И Шридама уже взял грязюки. And throw the cloth of Krishna. И бросает в одежду Кришны. Then Krishna's cloth completely on the mud. И вся одежда Кришны, она вот в этой жидкой грязи. Then Krishna start to cry and ordinary and cover body. И Кришна начинает плакать, подобно обычному мальчику-пастушку. Because Krishna he knows, maybe my mother she will chastise me. Потому что он понимает, что, скорее всего, моя мама, она поругает меня за это. And Krishna crying and rubbing his eyes. И Кришна плачет и трет свои глазки. And shedding tears. И льет слезы. And then mother just chastises. И в итоге мама Ишода, она все-таки ругает его. Я тебе надела на тебя такие прекрасные новые одежды. Что же произошло? And Krishna cried loudly. И Кришна, он громко плачет. Babies, they are very clever. Детишки, они очень умные. They know. Babies know. Дети, они знают. And, oh, if mom will chastise and I have to cry, then mom will not beat me. Если я буду плакать, то моя мама, она не будет меня бить. So mother's, Yashoda's heart melted when Krishna cried and tears fell down. И когда Кришна начал плакать, сердце мамы Ишоды растаяло. Then mother Yashoda, she put another new
Класс. И тогда мама Ишода, она одела Кришну в новые красивые одежды. Then Krishna seated on the lap of Mother Yashoda. И Кришна сел на колени маме Ишоды. And started to second breast of Mother Yashoda. И стал пить ее грудное молоко. Then, when Mother Yashoda was feeding the breast of Krishna, then Mother Yashoda asked, "Hey, I think you were lying. You were pig." И мама Ишода, она с любовью говорит Кришне. Да, мне кажется, в предыдущей жизни ты был свиньей. Because pig, they like to stay where the mud is. Потому что свинки, они очень любят находиться в грязи. And the mud, dust. Где грязь, мусор. Completely dirty place they want to stay. Очень грязные места, вот им очень там нравится. So for this regard, Mother Yashoda, she told, I think, previous life, you were pig. И мама Ишода, она говорит, мне кажется, в прошлой жизни ты был свинкой. Then Krishna noted this. Кришна подтверждает, да. Yes. I was Барахадеви Бхагаван. В предыдущей жизни я был Бархадевом Бхагаваном. In Saptaji, Krishna, and he manifested in the form of pig, Барахадеви. В сати югу Кришна он пришел как варахадев, образ вепря. And he killed and what is his name? Hiranyaksha. И он убил демона Хираньякшу. So from this regard Krishna thinking, yes, my mother, in previous life I was pig. И Кришна он говорит, да, моя мамочка, в прошлой жизни я был свиньей. Then from this regard Krishna nodded his head. Yes, I was. И Кришна уверенно качает головой, да, да, я был с ней. But Mother has so much love and parental love and affection. Но мама еще у нее столько родительской любви. She did not think Krishna is the Supreme Person of Godhead, Bhagavan, and in previous life, Saptayuga, he manifested in the form of pig, Varahadeva. Она никогда не думает, что Кришна – это Верховная Личность Господа, Бхагаван, и что в предыдущем своем воплощении Он был Варахадевом. Jayadeva Goswami glorified Krishna 10, what is called, avatar, incarnation. И Шри Джаядева Госвами Пад, Он прославляет 10 аватар Господа. So, in this way, Krishna performs sweet lila in Braj. Итак, Кришна являет сладостной лилы во Браджа. So this so far this regard, Durvasari is saying, Ittam satam brahma sukhanu uttam, dasam gataram paradeivateno. Those are the devotees of opulent mood of Lord. Преданные настроения и благоговения. They are thinking, he is the Supreme Personality of God, he is saying Bhagavan. Они думают, что он своя Бхагаван, Верховная Личность Господа. And they also pay their reverence to Krishna. И они выражают свое почтение Кришне. But in Braj, Vrindavan, no one gives respect to Krishna. Но во Вриндаване никто не выражает такого почтения Кришне. No one also brings stops to Krishna. Никто не предлагает ему ставы, стути, молитвы. They are thinking Krishna is our family member. Они думают, что Кришна это член нашей семьи. Yes. So, see, ittam satam brahma sukhanam dasam gataram paradeivateno. Maya Sitaram Narada Narudharakana, those are completely elucidated by Maya. They think Krishna is an ordinary cowboy. Те, кто находится под влиянием иллюзии Майи, они думают, что Кришна – это обычный мальчик-пастушок. As like demonic people. Демоничные люди. Дурьодхана и Душасана. Дурьодхана и Душасана. So demonic people, they are thinking of Krishna as an ordinary cowherd boy. И демоничные люди, они думают, что Кришна это обычный пастух. But Krishna is Bhagavan, the Supreme Personality of God. Но Кришна это Бхагаван, Верховная Личность Господа. So for this regard, Duryodhana and Dushasana, they try to arrest to him. И поэтому Дурьодхана и Душасана попытались связать его, арестовать. Because before battlefield of Kurukshetra. Потому что до битвы на Курукшетре Кришна, he came in Хастинапур.
Кришна пришел в Хастинапур. He is the messenger of Pandavas. Он был как посланник от Пандавы. And try to compromise to each human to them. И он попытался найти компромисс между ними. For this regard, Krishna he is called the ambassador. Итак, Кришна выступал в роли амбассадора от Пандавы. And very humble talk to them. И поэтому он очень смиренно обратился к Дурьотхане и Душасане, что они не должны ссориться. Because Pandavas, they are your brothers. Потому что Пандавы и Кауравы это братья. Just you give offer to them only five villages. И Кришна сказал, ну дайте Пандавам хотя бы пять деревень. But Duryodhana and Dushasana, they become very angry with Krishna. Но Дурьотхана и Душасане, они очень разгневались на Кришну. They told, no, we'll give nothing. Even on the tip, and one small dust, which is on the tip of the neck. Они сказали, мы не дадим им земли, даже которая бы поместилась в ушное, игольное ушко. И они сказали, без боя мы ничего не дадим. Then Krishna told what to do, what to do, you do. И Кришна сказал, ну хорошо, что вы хотите, делайте. Then Duryodhana tried to arrest Krishna. И Дурьотхана и Душасана попытались арестовать Кришну, схватить его. But Krishna manifested universal power. Но Кришна проявил свой вселенский образ. So much effulgence coming from the body of Krishna. И столько сияния исходило от тела Кришны. Then Duryodhana Dushasana cannot open his eyes, their eyes. От которого Дурьотхана и Душасана не могли открыть свои глаза. All his soldiers, they also fainted. И все их солдаты потеряли сознание. But there is a pure devotee, that is Bhishma Pitamaha. Но чисто преданные, такие как Бишва Питамаха или Дроначарья, они увидели величие Кришны. So that means in this way, explain those are non-devotee and demonic form. They cannot see Krishna's beautiful form. Таким образом, говорится, те, кто является, те, у кого демоничная природа, они не могут увидеть прекрасный образ Кришны. So non-devotee thinking Krishna is an ordinary cowboy. И непреданные, они видят Кришну как обычного мальчика-пастушка. But in Braj Subhadra Shridham, how they are fortunate. Ну а в Радже Субхадра Шридхам, насколько же они удачливы. They are playing with Krishna. Они играют с Кришной. They are feeding their remnants to Krishna. И они предлагают ему остатки своей пищи. Sometimes and they brought some rasgulla from their house. Иногда они приносят рассогулы из своих домов. And sitting under the tree. Садятся под деревом. And then they distribute to each other. И начинают кормить друг друга. And then Subhadra Shridham told Krishna. И Субхадра Шридхам сказали Кришне. Okay, we'll feed you rasgulla one by one. Сейчас мы тебя угостим рассогулами. But Krishna, I have to. Close your eyes. Но Кришна, закрой глаза. And open your mouth. И открой рот. So we feed to you one rasgulla. Сейчас мы накормим тебя рассогулами. Then Krishna just closes his eyes and open his mouth. Итак, Кришна, закрой глаза и открой рот. Then 1 minute, 2 minutes. And Krishna opened his mouth. Итак, Кришна сидит. Одна или две уже минуты прошли. Then they put one flower in the mouth of Krishna. И друзья, они вложили один цветок в ротик Кришне. And Subhadra they ate all the rasgulla. Субхадра Шридхам, они съели рассогулу в это время. Then Krishna opened his eyes. Итак, Кришна открыл свои глаза. And Krishna said, oh, this is not rasgulla, this is flower. Why did you put my mouth? И он сказал, эй, это же не рассогулла, это цветочек. Зачем вы его мне в рот положили? А где рассогулла? А где рассогулла? Then Subhadra said, you know, one demon had came. Subhadra Shridhar сказал, ты знаешь, тут один демон пришел? He told, I have to kill that demon. И Кришна сказал, я должен убить этого демона. If Krishna listened the name of demon, then Krishna is very enthusiastic. Когда Кришна слышит о каких-либо демонах, он тут же исполняется этой решимости. I have to kill that demon. Я должен убить этого демона. Where is that demon? Где этот демон? What is his name? Как его зовут? Рамасура.
What is the name of the demon? Как же зовут этого демона? His name is called Lobhasur. И друзья сказали, этого демона зовут Лобхасур. Lobha means greed. Лобха означает жажда. Жадность, а сур означает, означает демон. So that means the demon's name Lobhasur. То есть этого демона зовут Лобхасур. And the demon of greed. Демон жадности. Then Krishna asks, where is he? И Кришна спрашивает, где он? Well, he is hiding. Ты знаешь, он прячется. Subhashidam, they reply, oh, this Lobhasur, he is hiding. Subhashidam ответили, этот Лобхасур, он спрятался. Then Krishna asks, where is he? Tell to me. Кришна говорит, где же он? Скажите мне. I must kill that demon. Я должен убить этого демона. Where is he hiding? Где он прячется? So they are hiding in our stomach. Ты знаешь, он спрятался в наших животиках. That means that they ate all the rasagulla in Greek. Что это значит? Они с жадностью съели все рассаковые. So for that saying that Lobhasur hiding in our stomach. И поэтому они сказали, этот Лобхасур прячется в наших животах. So in this way, towards Siddham, they are playing, laughing, joking. And feeding in this. И Субхасидам, они вот так вот играют, перешучиваются друг с другом. Пардига Сикдев, Субхадева Сент Ольга Парихит Махарадж, how the friends of Krishna have, and they are friendship with Krishna. И поэтому Шукадев Госвами, он описывает, как друзья Кришны дружат с ним. So saying, Tam Satam Brahma Sukhan Vittam Dasam Katanam Paridevate, you know, Mayasritanam Narudharkeno Sartam Vyahu Kitapunna. Yeah. Huh? In this way, Brajavasi, friends of Krishna, they make friendship with Krishna, Sakkarash. Итак, друзья Кришны, они развили с ним взаимоотношения в настроении Сакхирасы. Then, Nanda Yashoda, they make friendship with Krishna as like their sons. И Нанда и Яшода, они развили взаимоотношения с Кришной в настроении родительской любви. Они думают, что он его сын. That is called Vatsala Bhava, parental mood. They never think Krishna is Bhagavan. Они никогда не думают, что Кришна это Бхагаван. Many times Krishna showed to them his supremacy Bhagavan. Много раз Кришна показывал им, что он Бхагаван, его величие. Not one time, many times. Но не один раз, а много раз. Once Mother Yashoda, she was feeding breast of Krishna, when Krishna was only one or two months baby. Однажды мама Ишода накормила своей грудью Кришну, и ему тогда было один или два месяца. Yes, Krishna. And he was taking the yoni. И Кришна он зевнул. Small baby, 1-2 months baby, and taking yoni and open mouth. Иногда маленькие детки, они начинают зевать и вот так открывать свой ротик. Then Mother Yashoda saw in the mouth of Krishna. And many universes. И мама Ишода, она увидела во рту Кришны множество вселенной. Then Mother Yashoda think to make some ghost possesses in the body of my baby Krishna. И она подумала, наверное, какой-то призрак, он вселился в тело моего ребеночка, моего сыночка Кришны. Then Mother Yashoda she called the Brahmanas. И тогда мама Ишода, она позвала Брахманов. Then Brahmanas do many stops to the. И брахманы, они начали произносить множество став и стути. And свастибачан, blessing. И произносить вот это свастибачна, благословение. Then Mother Yashoda, she bathed Krishna with the cow dung and urine of the cow. И мама Ишода, она обмазала Кришну коровьим навозом и мочой коровы. So in this way, Nanda Yashoda, they nourishment Krishna as like their and small baby. Итак, Нанда и Яшода, родители Кришны, они воспитывают его как своего маленького сыночка. So in Vrindavan, Krishna performed sweet lila in the house of Nanda and Yashoda. И во Вриндаване Кришна, он являет сладостной лилой в доме Нанды Махараджа. It's called the Vatsala Bhava, parental mood. И это Vatsala Bhava, настроение родительской любви. As like human being, they also nourishment their baby. Как обычные люди, они воспитывают своих детей. Who has son? У кого есть дети? One.
Ни у кого? Поднимите руки. You also nice man, little baby. Вы поддерживаете своих детей, воспитываете их? Understand. Sometimes also baby does not want to listen to your instruction. То есть вы даете им некоторые наставления. That time you become very angry with your baby. Иногда вы даже гневаетесь на своих детей. Sometimes just die. Иногда ругаете их. Then baby start to cry. И дети начинают плакать. In the same way, Nanda Yashoda sometimes chastised to Krishna. Итак, таким же образом, иногда Нанда Яшода они ругают Кришну. Then Krishna also, unhappy and shedding tears. И дети они иногда несчастливы и сольют слезы. And Krishna stealing butter from the house of the Vrijavasi. И Кришна он крадет масло из дома Вриджаваси. Then Mother Yashoda, they don't believe. Мама Яшода она не верит. But sometimes Mother Yashoda chastised to Krishna. Не верит то, что он крадет масло, но иногда она наказывает его. So in this way, Krishna performs sweet lila in Braj. Итак, иногда Кришна являет сладостные лилы во Браже. Намами сарам сачитананда рупам расакундарам гокуле Намами сарам сачитананда рупам И он разбил горшок с йогуртом, с маслом. This is his offense, Aparadha. Это его оскорбление, Aparadha. So for this regard, Mother Yashoda chastised to him. И поэтому мама Яшода, она наказывает его. But Krishna
running on the path of Vrindavan. Да, Кришна, и Кришна побежал по дороге Вриндавана. And Mother Yashoda was chasing behind. А мама Яшода, она погналась за ним. With the supreme personality of Godhead and Bhagavan, now he is afraid. The fear of Mother Yashoda. Посмотрите, верховная личность Господа, своя Бхагаван, сейчас он боится маму Яшоду. So this is Lila Krishna performing in Braj. И такого рода лилы Кришна являет во Брадже. Maybe tomorrow we'll discuss this. И возможно завтра мы будем больше описывать эту карикатуру. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.